рождения липучки. Липучки. Когда они... Почему вы по телефону разговариваете? Ну, разговариваю, сзади. Что? Что, в начале? Ну, вас интересует, почему вы разговариваете по телефону во время дружения с Юрой? Разговаривал по телефону, все. Отвечал уже, нет. Знаете, что это нарушение ПДД? Знаю, конечно. То есть сознательно у него идет, да? Ну, ответ, надо было ответить. Ну, понятно. Итак, порядка 8 раз за всю дорогу, да? Ну, да. А курите почему? Я не курю. Не курили, да? Нет. Но у нас же записано, что вы курили. Ну что делать? Записано, да. Посмотрите, как вы поставили. Что это перекур? Считай, конечно, причина какая вот? Ну, надо ремонт тасол, наверное. А как пешеходом ходить? Вот у вас остановка. Ну, я же его не могу передвинуть. Ну, я даже поехал туда разворачиваться, ну, не могу здесь развернуть. Почему вы не можете? Все, потому что здесь плохо. Машины стоят легковые. У нас автобус очень низкий, мы отрываем себе снизу все, что там есть. Ну, не видишь, что-то было. Ну, я же вам под автобус не покажу. Пойдемте сами, поэтому сейчас мы вам покажем. И будем составлять административный материал. Это ваш выезд на Ленинский проспект. Вы стоите на светофоре, ждете разрешающего сигнала. Загорелся зеленый, вы выезжаете на встречную полосу, допускаете интересный маневр и становитесь перед всеми стоящими автомобилями. Вы согласны с правонарушением? Я не согласен, потому что у меня затруднен был проезд, вы видите, стоит фура и легковой автомобиль, я по-другому никак не мог повернуть. У нас там только один поворот. Для вас было пересечь сплошную? Я не пересекал сплошную, ничего. Там, получается, затруднен проезд. Вы видели, фуру там сломался, аварийный знак выставил там или что. Ничего не сломался, он проехал. Ну, я не знаю, что, но я не мог проехать. Смотрите вот сейчас на видео, я вот двигаюсь, за вами двигался. Ну, вот дальше движение идет. Со знаком аварийной остановки она стояла, вот я за ним вырулил. Вы видели, она стояла, мне перегородила путь, что мне нельзя было повернуть. Во-первых, у вас была возможность повернуть. Не было у меня возможности, с моими габаритами у меня не было возможности повернуть. Ну это не повод, да, по встречке. Пройдите, я пожалуйста, по встречке не поворачиваю. Патрульный автомобиль. Как минимум двое свидетельских показаний есть. Да, сейчас составляем административные протоколы, просматриваем видео на ноутбуке. В дальнейшем мы сейчас выдвинемся к себе подразделение. На компьютере все это сформируем. Воронеж может предоставить видеосюжет, может на сайт ГИБДД Воронежской области предоставить все это, просматриваться и в дальнейшем водитель привлекается к административной ответственности. Спуск Степана Разина, конечно, даже меня немножко в шок поверх, когда он на повороте как раз на крутом начал СМС писать что-то в этом духе. Вот. Ну и уже здесь в Отрожке он все-таки не выдержал и закурил. К сожалению, очень много грубых нарушений. То есть такие, как, вот, например, сегодня, это выезд на встречку. Очень часто запрещающий сигнал, светофор проезжает. Разговор по телефону, это обыденность, в принципе. Ну а остальные нарушения, то есть они по ходу поворотники, остановка на пешеходном переходе. Сажают, высаживают людей, бывает и в третьем ряду. Все видео, которые мы, так скажем, получаем, у нас они в группе, опубликовываются, они отправляются в ГИБДД. То есть, если касаемо физлиц это сложнее, то водителя именно маршрутного транспорта средства установить ГИБДД сложности не представляет. Соответственно, все водители, то если на регистратор четко зафиксировано нарушение, им желательно, чтобы был штамп даты и времени на регистраторе, то все водители привлекаются к ГИБДД.